Короче, в большой армянской семье папа, мама, дедушка, бабушка, дети, все собрались, короче. И старший сын говорит: все, заебали вы меня, не хочу больше быть армяном, хочу быть русским, блядь, нахуй. Дедушка говорит: а хочешь русским быть, нахуй? Все, блядь, давай, снимай дубленку, нахуй, джинсы, блядь, крокодиловые эти сапоги, блядь, карточку кредитную тоже оставь, нахуй, блядь. Все, собирайся, иди нахуй. И, блядь, выгнали его на улицу, блядь. Это зима, походу, блядь. Он, блядь, стоял, мялся, блядь, ну, пиздец, уже больше не может выдержать, блядь, долбится в двери опять, нахуй, блядь, говорит: пустите обратно. Ему за двери говорят: ну что, говорит, все понял? Он говорит: понял. Дверь открывает: ну и что ты понял? Блядь, 17 минут, говорит, побыл, блядь, нахуй, русским и понял, какие пидорасы армяне. Ни разу этот объект не смотрел.